Сегодня финал, и их осталось всего четверо. Пусть победит сильнейший. И самое главное, не забывайте, что мы семья! Давайте! Ребята, всех приветствую, добро пожаловать в финал. Сегодня для нас всех очень важный день, так как нам очень важно не ошибиться со своим выбором, а вам не оплошать во время испытаний. Ребята, я хочу, чтобы вы максимально расслабились и получили удовольствие от того, что на кону звание самого знаменитого футбольного блогера Казахстана. Давайте, ребята, пройдемся по сегодняшним заданиям. Первый этап – это домашнее задание. Нужно креативно отпраздновать гол. Окей? Второй этап – супер важный для нас, для менторов испытания тоже. Прочувствовать максимально, на что вы способны в футболе. Каждый из вас будет играть в футбол с менторами, и каждый из менторов будет в конце говорить свое мнение. В футболе немаловажный фактор – забивать голы со штрафного. И посмотрим, как вы бьете штрафные удары. И четвертый этап – это бьем пенальти не рабочей ногой. Ну и, конечно же, пятое – это простые лонгшоты. Посмотрим на вашу ударную технику. Все, вперед! Это финал, да? Это условие. Короче, если вы 4 лонгшота забиваете из 4, мы, наоборот, багу выгоняем из команды. Ну что ж, креативное празднование голов. Поехали. Ну что, ребята, последний день, финал. Вот вы. Лучшая четверка. Лучшие из лучших. Лучшая четверка в Казахстане. Всем салам, пацаны. Сегодняшний финал начался с мандража. Очень волновался, финал все-таки. Сейчас будет гол, я отпраздную в своем стиле. Хорош, хорош. Даник Тигра оценил. Даник Тигра оценил это. Плагиат. В 2019 году я хорошо провел себя на областном турнире, и тренера меня называли Мадя Тигр. И все мои близкие это услышали и называли меня вот по сей день называют Тигром. И вот это мое празднование теперь. Хорош, хорош. Сейчас багу буду пробивать маненькой. Аньохасио. Это корейское, да? Чили на расслабоне. На чили на расслабоне. Хорош, хорош. Пойди зончик полугорек, он дал нам зончик. Ваши дары от меня. Сейчас будет мясо. Ну-ка, Тима. Еще амбал он босса, Соник 8, Соник 7 даже, Соник 7 босса, но Дастан сильно внизу, Дастан 2 обратно, да, мы здесь на 1, за плагиат еще минус. А может сейчас на футболе будет такое, что примерно одного уровня, но все-таки чуть-чуть. Ребята, у нас рекламная пауза. SD Family и Жусан запустили совместный проект «Я СДшник» по развитию детско-юношеского спорта Казахстана. Мы дарим детям шанс заявить о своей любви к спорту и проявить себя в деле. И мы верим, что благодаря нам в Казахстане появятся новые звезды футбола. Наш главный тренер Дмитрий Михайлович пришел посмотреть, оценить будущего нашего игрока. Короче, будет смотреть на наших конкурсантов. 2 месяца назад ты представлял, что ты будешь играть в одной команде с Айбол Абикином? Низ, ну мной уйма, Кыршихван, по идее. Ага. Низ, впервые в мной, так что она утомила, короче. Ага. Кайфа уберет, ну, на этом моменте, да. Просто. Вести голова в момент. Просто. Наш второй челлендж – футбол, мини-футбол. Ну что, вот и начинается самый важный матч для участников проекта «Я СДшник».
Спокойно. Ё-моё. Тут борьба не на жизнь, а на смерть. Хорош, Соник. Хорош, Соник. А-о-о. Амбал лучший. Пока игра идет без каких-либо ярких моментов. Будем смотреть, пока участники не совсем показывают себя. Боятся взять ответственность на себя. Решай! Решай! Ой-ой-ой, как обыграл красиво, завершить осталось. Для меня по игре выделяются Дастан, ну, лично для меня, Соник. Короче, все, кроме Мэдисона. Вот Мэдисон очень сильно хочет показать себя, и это ему не в пользу идет, если честно. Волнуется, да? Для меня лично Мэдисон сегодня не показал все на то, что он способен. Амбал, вози! Амбал, иди, иди, иди! Амбал есть! И! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну попасть, попасть, и все, ты в команде! Итак, закончился первый тайм. Пока игра очень равная. Ну, Амбал, просто ножку поставить, и все, ты в команде. А? Давай, у тебя осталось. У тебя второй тайм есть, давай. Точно так же, давай, продолжай. Ну, ты понимаешь то, что ты здесь должен брать на себя игру, должен обыгрывать, бить, отдавать. Ты должен брать на себя ответственность. Переживание тебе же хуже делаешь. Ну, и вообще спокойно. Принял, отдал. Тебе никто ничего не скажет, никто тебя не напихает, не наорет. Мы здесь не трогаем, как босах помню. Юксу хамбай келген ба, бүгін оны танымадым. Футбол жағынан да бай, мегеме жағынан да өзін дұрыс көрсете алмады деп есептеймін. Соник играет неплохо. Да, да. Он очень такой, знаешь, по футбольному правильно думает. Негізі осында жақсы ойнай аламын. Бүгін защитада ойнадым. Өйткені солай ойнауға тура келді. Бүгінгі ойын тартысты болды, десем де болады. Негізі халатым моменттер болды. Бірақ өзім тебетін кезде тебе алмай қолдым. Амбал в силу того, что он мелкий, но очень нравится, что он тоже борется до конца. Не, он, да, характер. Он типа просто так не хочет уступать. Где-то вижу, что он нарушает, но это все равно типа... Физически он слабее, как будто он просто... Смотри, нужно отметить, что он вырастет еще. Ему будет 15 лет. И мне кажется, он не обучался именно по мини-футболю. Он, наверное, не так часто открывался, когда ты отдавал. Он не читает такие моменты. А так в целом, он прям, я же говорю, всегда в эпицентре событий. Неплохо. Ну, честно скажу, из зеленых, честно, я вот смотрю, по крайней мере, что Айбол скажет. Но... Я не знаю, вот ты что скажешь? Тасс более-менее играет. Тасс. Да? Дастан, да? Да, мне тут нет. Выйдись на что-то. У него характер есть. Знаешь, из-за того, что он сильно хочет себя показать, это ему не в плюс, короче, идет. Ну, да. Понял, да? Он где-то хочет обыграть, но у него не получается и теряется. Сейчас вот запомните первый тайм, второй тайм. И давайте каждый тур, который каждый этап мы будем то есть, оценивать и выставлять оценки, и уже будем выбирать имя самого-самого хорошего. То есть, да? Давайте. Все. А так я амбал хаваю. Жестко прям. Будем смотреть, ребятам нужно показывать себя с максимальной стороны. Нужно брать на себя игру, нужно брать на себя ответственность. Давайте, ребята, желаю удачи вам. Так, да, мы быстренько обсудили после первого тайма, кто как сыграл, своих фаворитов и не фаворитов. Ну, каждый свое мнение и для себя решили. И Амбал сразу же опасный момент! Четвертый момент у Амбала, к сожалению, не идет в створ. А там, напоминаю, стоит Богдан Грушевский, которому лишь бы попасть в створ ворот. Хороший пас от Дастана. И неправильно открывается Мэдисон. Сделал и задвигание. Вот правильно... Финальный пас. Финальный пас неточный. Ой, вы видели у Амбала пас какой вышел? Это один Амбала в один отдал, в разрыв. Здорово отдал. Ну там Дима, если честно, даже створ не бил. Ну. Поэтому не подумайте, что это сейф Богдана. Он хотел с уходить. Какой шикарный момент. Богдан все-таки отбил удар. Отбил, да, да, да. Оп, как убрал. Здорово! Ой-ой-ой! Опа, вот это да! Голы? Гол, есть гол! Есть гол! Гол, и еще раз гол забивает таксист на голобике. Хорош, хорош. Вот, вот оно, креативное празднование. Не пускай, давай.
Ой, проверил, ой-ой-ой. Достань, достань его. Достанелла забивает второй мяч от зеленых. Какой шикарный пас от Тима Левши между ног Амбалу. И! А что не бил? О, это пенальти! Вот здесь было, было. Касание точка, точка. Было касание. Это вчерашние уроки, ребятка. Боюсь, что Богдан Грушевский. Гол! Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош! Бага даже не шелохнулся. Давай, давай, ногу, ногу, ногу сюда ставь. Хорош, хорош. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Дидар Садыкбек забивает обычный гол. Камбэк 2-2. Да, команда перекидышек не будет. Амбау! Какой удар! Блин, это яркое действие было. Счет ничейный, 2-2. Да ты что? Вот это было мощно. Ручки выли, ручки выли, да. Блин, они... Наказывайте, перемудрили, сейчас пойдет наказание. Ниссан Мойзёма пытается отдать хитрый пас. Оп. Здорово. Забил, забил. Победа красных. Дидар забил в упорнейшей борьбе. Я думаю, все потому, что в красной команде играет все-таки наш хан. Наш. Давайте второй этап оценим по баллам также. Я считаю, что самый сильный по футбольному это Дастан. Никто не поспорит? Да. Потом идет Соник. Правильно? Потом Соник идет. Потом кто? Дастан, потом Соник? Дастан, потом Соник. Или у кого-то есть возражение? Правильно. Да. Дастан на первом. Да, Дастан на первом. Он видел с мячом на лихе, но учитывайте тот момент, что ему 17 лет. Мэдисон, вот тройка, там Амбал где-то 6, шестерка, 6, да, 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 да. Там дальше уже 8 и 10. 10 да, да. Да. Так что пока учитывайте, что если Мэдисон первые два уже провалил, да, условно, а Соник с Амбалом взорвали, в принципе, сейчас во втором. И учитывая тот момент, что праздновали, вот, ой, этот, празднование креативное, Дастан провалил, пока у нас фаворитом идет Соник. Амбал, Соник. Амбал с Соником, да? Да-да-да. Пока так. Прям... В принципе, всегда по креативу держался Амбал, да. По футбольному держался Соник. То есть сейчас нужно выбирать, мы выбираем между футболом, между креативом. Да, ну, Дастан и в первые дни он, да, своим креативом не блестел. Да, не блестел, да. Он. Так что давайте все к третьему этапу. У нас в третьем этапе у нас получается это штрафные удары, да? Да, давай. Со стенкой. Со стенкой, по одному удару, да. Посмотрим. Из-за того, чтобы немного облегчить задачу нашим юным футболистам, главный тренер, все менторы сказали, давайте уберем штрафные удары со стенки, потому что, ну, ребята не владеют той техникой, ну, которой нужно, да, поэтому просто лонгшоты. Вот такие у нас по ходу изменения. Вперед. Сейчас покажу, как надо бить. Да, гоу! Хорош, хорош, Дастиш. На силу бил, да? Ну, хотел, пойди туда, это... Мяч туда залетел. Ты, короче, не понял, да, как залетело? Но налетело, хорош. Постараюсь забить. Буду бить вдали. Забить. Хорош, Сони, хорош. Давай, давай, можно, Саша? Что сказать? Я забью. Жанник Мишек. Давай, оба вдали. Вводи, давай, оба. Только что ребята пробили лонгшоты, забили все, кроме Мэдисона. Сейчас будем бить пенальти, но мы усложнили, сейчас они бьют еще и нерабочей ногой. Амба, у тебя что по левой ноге, что известно? Нет, чисто, в автобус залетает левый. Для ходьбы, да, чисто. Сейчас баги покажем квас. Хотел бы левый угол, сливатку. Ну, если остановиться и достану, то, безусловно, это, наверное, самый футбольно подготовленный участник. Забью сейчас, больше ничего. Ой-ой-ой! Забил. Доволен? Я очень доволен.
құлаққа кеткен кезде мен қатты теуіп қойдым да, еще допты алясына теуіп қойдым, сондықтан мен гол кірмей қалды. У меня две нерабочих ноги. Нормально, нормально. Пойдет. Учитывая все этапы, если, ну, я свое мнение лично скажу, я считаю, что по футбольному в нашу команду впишется Соник. Да, конечно, на камеру мы постараемся его научить, чтобы он говорил и так далее, но считаю, что вот сегодня он постарался и, в принципе, доказал, что он может быть в нашей команде. Что, ну, мне кажется, вот у нас не футбольная команда, да, вот здесь и сейчас нам нужен продукт. И мне кажется, если сопоставлять медийную составляющую, да, его харизму там и так далее, и футбольную именно, Икем Косхангезе, мне кажется, Амбал идеально подходит. Вот сейчас, на данный момент. Да, возможно, Соник завтра более там раскрепощенный, если будет на камеру играть, но это завтра. Да. А если, но, сейчас смотри, суть, мне кажется, Амбал. Да, учитывая то, что он еще с деревни, понимаешь, мне очень хотелось бы, чтобы деревенский мальчик стал звездой нашей команды. Ну, это мое мнение, конечно. Ну, одна звезда уже была. Да, да. Да, кстати, вот. Чисто по футбольному ворвай. Ей махту достан сад, мне уже. Да? По футбольному ей махту достан. Блин, у нас... Вы что скажете? Мне вообще с первых дней Мэдисон нравился, потому что он, ну, как лидер себя вел, только под конец сегодня чуть-чуть как-то раскрепощен. Не скованно, не уверенно сегодня. Как-то. Типа, уже забыли, что было до этого. Сегодня это отдельный выпуск, отдельный настрой. Мэдисон прилетает. Да? Да. Ты что скажешь? Я думаю, мне тоже Мэдисон. У тебя что, своего мнения? Нет, мне тоже, если честно, Мэдисон нравится, потому что он именно вот та золотая середина. Он и не слишком маленький, и не уже ему не 17 лет. И на камеру он хорошо отыгрывает. А в футбольном плане, я думаю, если он будет с командой тренироваться, я думаю, в футбольном плане мы сможем, чтобы он немного прибавил в футбольном плане. Ребята, вот и завершился финал. Давайте похлопаем самим себе. Вы красавчики, я вас очень сильно полюбил за этот проект. И давайте не будем таить, да, вот честно, ребята. Победителем нашего реалити-шоу стал... Да шучу я, ребята, честно, мы, к сожалению, вот с менторами долго разговаривали. Мы хотим еще взять дополнительное время на раздумье, и победителя объявим чуть позже. А где это будет проходить, мы вам сообщим позже, окей? Так что еще раз поздравляю вас с финалом. Вы красавчики. То, что вы в четверке, это уже супер. Ребята, не дадут соврать мне. Увидимся сегодня, чуть позже. Ну что, уважаемые наши зрители, вот и прошел финал. Я хочу сказать большое спасибо нашим партнерам Джусан за поддержку детишек. Ведь в этом году все знают, что в Казахстане год детей и молодежи. Я хочу поблагодарить наших первых партнеров, которые в нас поверили, это MTX Management, за предоставление прекрасного стадиона Астаны Арена. Благодаря сотрудничеству MTX и SD Family, я уверен, что впереди нас ждут очень много интересных и масштабных проектов. Мен 8 жастан бастап футболмен айналыстым. Как раз осында Астанада клубтарда ойнадым, Шымкенттің местный клубтарында ойнадым. SD Family-дің выпускнигі болып келемін. Бұрында осында өнер көрсеткенмін. Негізі бүгін күшті өтті басқа кезеңдердің қарағанда. Финалдық кезең өзіме бай. Есте қалар ұқтай болды. Өтсем де өтпесем де мен негізі қуанамын негізі. Просто осында Астана аренаға келіп ойнап өзімді кәдімгідей профессионал медийный игрок ретінде сезіндім. Бұл проекті негізі мен ойымша Тима Темик жеңеді деп ойлаймын. Тима красавчик. Харизмасы бәрі ұнайды. Приколдары бәріне прикол смело таса береді, қорықпай. Ойында жақсы негізі, в порядке бала. Менторларға осы проектті ұйымдастырып жатқан кісілерге үлкен ағасымды айтамын, білдіремін. Финал бүгін өте жақсы болды, маған қатты ұнады, жақсы сезім алдым. Финалғанда емес, осы күнге дейін барлық болған ойындар бәрі көңілімнен шықты. Бәрі жеңуі мүмкін, бәрі мықты болды, бәрі жақсылап дайындалып келген. Енді жеңілсем, ары қарай жалғастыра беремін, тоқтамаймын, дальше бара беремін.
ең бастысы сіздерге рахмет. Осы мүмкіндікті беріп жатқандарыңызға. Если проиграем, ничего не буду расстраиваться. Конечно, будет обидно так вылететь, когда уже вот он шаг, вот один шаг, и ты уже в СД. Ну, будет очень обидно. Я мог вылететь в первом туре, в первом выпуске. Был уже как-то спокойнее, как-то увереннее. Я подошел к мячу, забил, и все. И я был на полном расслабоне. Бага стащил все удары, все два удара Бага стащил. Я очень благодарен Баге. Ну, в первую очередь, я хочу выразить свою благодарность всему коллективу СД, потому что за такую возможность многим ребятам. Всем привет, это я, Амбал. Я играл в футбольном клубе «Кайрат» уже сколько? Больше года где-то. Начнем с того, что 26 июля такси межгородцы. Она умнала, какие кельсик, отвески, полный салон, апартамент. Удачной дороги до дома. Осталось место, бейби до дома, короче. Потом сайранга варам, сайранга жол оттандык тоже. Блок цырып, андай блок, ушпаламыз. Андай стоячий автобус дороган, ескі, білесіндер ой, ауылдардан апаратынша. Вот сондайға билет таптық 9000-ға. Сосын бір кезде бір Джонни деген көкем айтады, куда вам пацан дейді, Нұр Султан деп айтсам, кеттік деп. Сол көкеммен келісіп алдық, үш адамдық, үш адамбыз. Екі адам орнымен келіп алған, ана короче, ең артында андай бар екен, төрт адам жататын. Екі адам жататын жерге үш адам болып келдік қой, короче. Ой, жолда вообще тоқтамады. Мен жолға не сабадым, тамақ, семечки, гиппо, миппо. Ермек аға, Құралай апай, Дамир, Ернур, сәлем, родственники с Астаны, встретили меня как положено, поселили, напоили дегендей. Маған шыны керек Астана жақпады, неге екен білмеймін, аурасы ма, кеше ауыр қалдым мен. Бүгін чота, оны алмадым дұрыс, ай болды, нава жетету керек, баған тесу керек еді, бірақ болмады бүгінше, не литева. Честное слово, вообще не ожидал, что окажусь в финале. А, еще у меня вот такая фишка будет в Инстаграме. Вот, статус здесь же, да? Финалист проекта, я СДшник, уф. Жестко, да? Если я не попаду, я, наверное, попытаюсь пройти вот более слабые команды, да, вот так назвать надо. Казахские слабые команды. Если выиграешь, на лысах, смело. Мне кажется, я не выиграю. Потому что Дида вот этого Соника любит вообще. Айбо вот этого Досика. А остальные Мадика. С первого тура очень сильно импонирует мне Соник. Спросите, почему? Потому что я тоже сам из деревни, из маленькой деревни Аксай. К сожалению, у меня не было такой возможности, такого проекта, где бы я мог вот так прийти, да, и просто заявить о себе. Бүгінгі де фаворит таңдау қиын болды. Әркімнің өзі көзқарасы әрқалай болды. Біреуге басқа болам, біреуге басқа болады. Мен негізі футбол жағынан Дастан деп айтқам. Для меня сегодня очень по-новому показал себя Тамерлан, самый юный участник, который оказался в финале. Мне кажется, именно Тамерлан достоин стать чемпионом этого проекта. Мы готовы, ребята, мы готовы. Сейчас, ребята, мы объявим. Мы до этого делали выбор, но, к сожалению, наши мнения разделились. И мы в конверт закинули имя за кого. И сейчас, кто больше голосов набрал, тот побеждает. Ребята, предвкушение. Я тоже, если честно, да. Да, я тоже. Вон, начинается. Вот. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Что там? А че куки я звоню? Проекта стал мужчина Тамерлан. Тамер, дорогой, молодец. Ты красава. Ты сделал большой путь из Алматы. Вот, еще раз. Специально для тебя, видишь, включаю. Давай, с победой. Теперь ты часть нашей семьи. Ты должен доказать, что ты не просто, да, в нашей команде. Давай.
Ты красавчик. Самый знаменитый футбольный блогер Казахстана Блушинов Тамерлан. Эмоции, я вообще перегорел сегодня. Я знал, что победил. Побежду, Махмед. Я машина. Ну вот и все, ребят. Закончился финал. И мы узнали имя нашего СДшника. А мы еще раз хотим выразить огромную благодарность нашим партнерам ЖУСАН за предоставленную огромную возможность нашим детям заявить о себе на всю страну. Я надеюсь, этот проект будет и в следующем году. Для этого покажите нам активность, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Кстати, над этим проектом работало очень много людей. Кстати, вот они.